Фестиваль для абитуриентов проведет в Бийске Сибирский федеральный университет. Большой научный праздник и презентация институтов Красноярского вуза состоятся в школе номер 40 в субботу 13 октября. Студенты и преподаватели СФУ подготовили научно-популярные лекции и профориентационные тренинги для школьников. Старшеклассникам и их родителям расскажут, как подготовиться к успешной сдаче выпускных экзаменов и какой будет приемная кампания следующего года. Напомним, в 2019 году университет планирует набрать на бюджетной основе 6 тысяч студентов.